едем дальше. Потому что нам сказали только что, что... Взял? Пускай. А сколько было у нас? Пускай. 200, 300 тысяч. Больше, 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 больше. Уехали мы в связи с тем, что через дорогу в дома попали снаряды, там не было ни крыши, были ранены. В нашем здании Дворца культуры начали сыпаться стекла. Нам пришлось уехать. Мои родные остались в Мариуполе, я ничего о них не знаю. Моя мама, бабушка и дедушка, и папа. Они даже не знают, что я уехала. Главное, что жива. Жива. Тут, да? На 8.